Итак, что здесь? Так, вот это. Вот пришла мне очередная посылочка. Вот здесь небольшое количество различных модулей, всяких полезных вещей. Вот. Ну, начну по порядку. Вот. Здесь 20 штучек таких панелек. Это под контроллеры, под микроконтроллеры, ну, можно под микросхемы какие-нибудь использовать. Вот они такие, значит, 20-пиновые. Есть у меня микроконтроллеры, давненько я как-то их выписывал. Вот. Значит, наборчик вместе с кварцами. Вот от Mega 328. Вот у меня на канале есть видео, они идут без бутлоудера, вот, ну, в принципе, он не сложно прошивается там, вот, и для этого дела, вот они как раз панельки такие, ну, вот, отлично подходит, то, что надо. Так, далее что идет, вот здесь, это наборчик такой, значит, корпус для... Вот такой вот терморегулятор. Есть у меня такой вот. Тоже обзор на него есть у меня на канале. Вот. А тут недавно наткнулся то, что есть для него корпуса специальные. Вот такие вот делают пластиковые. Вот сейчас соберу, посмотрю, как это будет выглядеть. Так, дальше что еще есть? Пришел. Значит, вот такой модуль. Это модуль SIM800. SIM800. Немножко припаять кое-что. Пару деталей, в принципе. Можно посмотреть, как он работает. Так, дальше что у меня идет? Так, надо достать. Это должно быть датчик влажности с интерфейсом I2C. Так. Да, вот SHT21. Датчик влажности с I2C интерфейсом. Ну вот, привычные нам датчики влажности, это у меня вот такие вот есть. DHT22, DHT11. Вот, и решил такой выписать, посмотреть, как вообще-то работает, посмотреть, что за приборчик такой. Вот, следующее что? Ну, здесь вот это пьезопищалочка такая. Вот она, пассивный зуммер. Так называемый пассивный, то есть им можно управлять, мелодии различные делать. Здесь это модуль, Bluetooth модуль. Здесь Bluetooth 4.0. Посмотрим, как он работает, проверю. Такой я еще не пробовал. Вот есть у меня такие вот Bluetooth модули. Вот. Это Bluetooth 2.0, это модуль HC 0.5 или 0.6, не помню какой. Вот. Хорошо, проверим все это дело. Так, здесь у меня так, это должен быть датчик давления. Так, датчик давления должен быть также с I2C интерфейсом. Да, вот BMP 280. В принципе, аналогичен BMP-180, только с I2C интерфейсом. Дальше что идет? Так. Это джойстик. Упакован такой вот пакетик антистатический. Такой джойстик двухосевой. И к нему идет вот такая вот еще насадочка. В принципе, вроде бы так все исправено внешне. Повреждений никаких нет. Флюс не отмыт. Как обычно, в принципе, на всех платах в основном. Дальше что? Здесь идут линеечки. Такие штыревые.
По-моему, 20 штук тут. 20 штук. Вот такие вот розетки. Такие линейки. Комплектом шли. Или по 20, или по 40, не помню уже. Ну вот они нормально, в принципе, работают, встают. До этого я покупал вот такие интересные, тоже у меня были. Цветные вот такие вот. Разные. Вот, но это я выписал в основном только вот из-за вот этих вот. Вот таких не было. Что-то тоже сложно выписать их. Не нашел, нашел в комплекте, ну ладно. Дальше у меня здесь пульт. Так, в комплекте вот такой инфракрасный диод идет. Вот такой вот модуль инфракрасный. Проводочки, значит, здесь три провода и сам пульт. Так, как видно, без батарейки, а не с батарейкой. Сейчас защиту вынем, защитную пленочку, пультик ставим. Так, почему-то не работает, может, кверх ногами вставлен. Да нет, все правильно вроде стоит. Ну, вообще должно быть видно здесь. Значит, батареечка подсела. Ладно, проверю еще. Здесь OLED-экранчик. 128 на 64 точки. Новенький выписал. На смену того у меня, который разбитый. Проверим, как он исправный, неисправный пришел. Вот мой, которым я давно пользуюсь. Вот этот у меня побит был, вот он треснул, поэтому тут отображались вот линии тут не полностью. Так. Так, вроде идентичен. И адреса вроде здесь все одинаковые написаны. Вот. Ладно, проверю его. Далее. Здесь... Shield. Это Shield для Arduino Nano. Unduino. Пайка неплохая. Так вроде бы. Очень прилично все. Ну, вот у меня как раз Nano есть. Не знаю, думаю, вот этой стороны, наверное, ставить надо будет. Ну, отлично подходит. Ну, здесь все пины выведены, дублируют, которые вот здесь вот находятся. А еще вот здесь, если впаять, то я так понимаю, вот как раз эти линеечки этих впаяю, и можно будет на Arduino другие шилды одевать. Так, и здесь что еще осталось у меня? Вот такие вот ручки. Ручки на резисторы, на потенциометры. Так, белые, синие и желтые. Три вида. Вот так вот. Так, сейчас соберу коробочку. Корпус. Вот. Для этого терморегулятора. Значит, здесь что? Две пластины. И четыре боковые стеночки. Ну а также крепеж идет. Так.
Для начала выключу здесь. Отключу резистор. Так, ну это, я так понимаю, нижняя часть. А вот это будет верхняя часть. Вот так примерно будет выглядеть все. Для начала надо будет очистить вот здесь вот. Снять такую пленочку. Вот она с двух сторон наклеена. Можно, в принципе, и ее оставить. Вот. Ну, если снимем, то вот получится вот такие прозрачные детальки, акриловые, пластиковые. Вот такой получился терморегулятор в корпусе. Очень интересный. Вот матовый такой выглядит. Потому что я тут с этой стороны и с этой стороны оставил пленку, а с боков поснимал. Вот здесь вот болтиками крепится верхняя часть. Нижняя вот так крепится. Кнопочки здесь вот так вот видны. Они внутри находятся. Сюда крепится. Сюда крепится терморезистор. Таким вот образом. А с этой стороны подключается справа питание, слева контакты на реле. Такой резистор тут используется. Я еще другой покупал. Резистор отдельно, чуть-чуть подлиннее, там проводов был. Так, сейчас подключу питание. Так, вот я подключил терморегулятор. Значит, питание сюда подал на колодке. Через блок питания питается 12 вольт. Отключаю питание. Ну, вот он показывает температуру. Отлично. Сейчас зажму термодатчик. Терморезистор здесь. Здесь, по-моему, на 30 градусов выставлено у меня было срабатывание реле. 30-30,5 стоит. Сейчас. Вот оно здесь индикаторный светодиод горит. Так, и там есть гистерезис. Вот он, то есть упадет температура и отключится. Там можно делать много разных настроек. Я уже, есть у меня на канале видео про него. Вот очень, кстати, полезная вещь. Вот в инкубаторах еще где-то используют. Вот питание отключилось. Значит, температура здесь, датчик используется от минус 50 до плюс 110 градусов. То есть вещь на самом деле очень интересная и полезная. Рекомендую ее. Для проверки вот этого пульта я пытался использовать камеру, вот, но она почему-то не отображает инфракрасный свет, в принципе, вообще должна. Вот, и для этого я использовал, значит, мультифункциональный шилд, у меня уже есть видео о нем, и приемник, который я там использовал. Вот, и то есть нажимаю на кнопки, в принципе, все кнопки исправны, все работает, то есть батарея, которая здесь стояла, также исправна. Вот, сейчас посмотрим, как это выглядит в мониторе последовательного порта. Вот так выглядит скетч, он простой. Здесь подключена библиотека iRemote. И вот это один из примеров, немножко тут наработанный. Здесь указывается пин, пятый. И вот здесь вот пищалочка еще идет. Вот то, что он пищит, она срабатывает. В принципе, здесь он в монитор порта выводит значение. Вот я на кнопки нажимаю, и вот он показывает коды этих кнопок. В принципе, можно любой пульт проверить. А вот так вот выглядит у меня подключение на этом шилде вот этого приемника. Вот я подключил. Теперь еще вот этот инфракрасный приемничек, чтобы его проверить. Вот через провода, которые шли в комплекте вот к шилду. Здесь на шилде я вот к пятому пину подключил сигнальный вывод. Здесь на приемнике идет вот слева направо минус, плюс и сигнал. И вот сигнал здесь вот я вот все подключил на эту колодочку. И пищалка здесь вот будет пищать, если буду нажимать вот на любой из пинов. И также вот там будет загораться вот светодиод. И также будет выводиться
код, который он принимает в монитор порта. Так, для проверки вот этого OLED дисплея вот, загрузил один из примеров библиотеки OLED I2C. Как видно, все отлично работает. Вот здесь вот 3D куб крутится. Подключение обычное этого дисплейчика по I2C. Вот, как видно, здесь провода. Вот, выписал я его взамен старого. У меня вот есть такой вот, который я использовал. Вот он у меня тут разбитый. Сейчас посмотрим, покажу вместе, как они работают. Ну и вот здесь я подключил параллельно два дисплея. Вот справа, который у меня был до этого старый, сломанный. И слева новенький, который пришел. То есть разница заметна. Вот он здесь был, трещина, он тут упал у меня, треснул. Работает, но показывает не очень качественно, отображает. Подключены они параллельно. Вот все проводники, вот провода использовал одинакового цвета, чтобы видно было. Действительно, все просто параллельно подключено. Вот здесь вот видно, загрузил другой пример. Также видна разница. Заметное отличие, то есть этих двух дисплеев, исправный и неисправный. Итак, вот я подключил этот Bluetooth модуль. Это Bluetooth модуль HM10. Здесь Bluetooth 4.0. Значит, здесь подключение идет стандартная распиновка идет, такая же, как и у остальных Bluetooth модулей. HC05, 06 там. Значит, TX, RX подключаю. И плюс-минус на 5 вольт. Ну, здесь я Arduino, значит, что сделаю как TTL-конвертер, что ли. То есть использовал, просто подключил к компорту. Компорту компьютера подключил. Так, вот я открыл монитор последовательно порта. Значит, битрейт здесь выставлен 9600 бот. Вот, на AT он отвечает ОК. Сейчас, значит, ввожу AT плюс help. И вот он выдает, значит, AT команды. Сейчас введу AT плюс версия. И вот он выдает версию такую 3.0.6. Так, сейчас ввел AT плюс name. И вот он name BT05 показывает. А с помощью вот этой команды можно узнать его битрейт. Так, вот он у меня. Значит, битрейт равный 4. Значит, где можно посмотреть, есть даташит. Вот там вот есть AT команды. Вот, единственное, здесь идет знак вопроса, но его не надо вводить. Вот, 4, да, 4, это получается 115 200 битрейт. Ну и тут, соответственно, как его можно изменить, остальные AT команды. В принципе, с таким модулем я еще не сталкивался, поэтому буду с ним разбираться, посмотрю, что к чему. А так он рабочий. Вот шилд для Arduino Nano вот так выглядит. Здесь есть вход для питания. Стабилизатор внутри находится. Кнопочка сброса. И пины выведены все. Здесь также есть вот отверстие. Сюда можно подпаять. Отдельно штырьки. Вот они здесь все расписаны, выведены. С этой стороны и с этой стороны. И также здесь вот есть обозначение пинов, которые на Arduino Nano находятся. То есть вставляем Arduino вот таким образом, она ставится.
Вот эти пины, которые можно подпаять, они соответствуют пинам Arduino. Вот здесь вот Arduino Uno. То есть можно вот этот шилд вставлять будет прям на Arduino Uno, использовать его. Единственное, вот здесь будет мешать немножко пины. Хотя, может, и не будут. Так. Ну, для проверки я просто подключу, питание подам. Ну, в принципе, здесь вот индикаторный светодиод горит. И на Arduino Sketch вот этот блинк также горит, то есть, в принципе, работает. Ну, здесь пины выведены, то есть, каждый пин сигнальный, плюс к нему идет еще плюс и минус. От сигнала это синий, плюс красный и земля черный. Ну и здесь вот еще TX и RX выведены там. И здесь I2C. Ну так удобная вещь, в принципе.